Обзор вертикальных жалюзи, выполненных аркой. Это вертикальные жалюзи, ламели которых выполнены в виде правильной арки. Также в нашем случае мы заказали грувер, в который вставлена та же самая ламель, из чего состоит основное полотно вертикальных жалюзи. Нижняя цепь в отвесы в этом случае не вставляется. Почему? Я объясню это при монтаже изделий, когда будете смотреть. Каким образом происходит управление? Все так же, как и с обычными вертикальными жалюзи. Цепью управления производится поворот ламелей почти на 180 градусов. Веревкой управления производится сдвиг ламелей в какую-либо сторону. В нашем случае сдвиг ламелей выбран от центра, поэтому у нас равными частями к бокам съезжаются ламели. При сдвиге ламелей не забывайте ламели поворачивать перпендикулярно окну, потому что вот в этом положении, особенно когда, если у вас достаточно широкое изделие, при сдвиге ламельки наезжают друг на друга, и протащить большую пачку изделий достаточно тяжело. Вы будете прилагать больше усилия, в результате чего быстрее у вас выйдет из строя механизм управления. В нашем случае цепочку и веревку управления мы также расположили справа от относительно самого изделия. Также на цепь управления добавили декоративный отвес цепочки. Вариантов выбора отвесов тоже несколько. Полотно вертикальных жалюзи в данном случае состоит из ткани сиреневого цвета. Тканей достаточно много в нашем интернет-магазине. Также они сопровождаются качественными фотографиями, видео, обзором каждой ткани. Выбираете цвет под свой интерьер, ткань, фактуру тиснения, заполняете грамотно карточку товара, и мы изготовим вертикальные жалюзи, выполненные аркой, непосредственно в ваш размер, с выбранными тканями и материалами, и отправим вам в любую точку Российской Федерации. Если обзор понравился, ставим класс, подписываемся, для нас это очень важно. Остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях непосредственно под видео, отвечаем. Если вопросы будут повторяться, снимем отдельное видео, объясним, что да как будет выглядеть непосредственно на деле. Всем здоровья, всех благ!